Стандартный тренировочный процесс хоккеистов Нижегородской «Чайки» решили добавить новые элементы. После занятий на льду и перед тренажерным залом молодежку привели в спортивный зал, где их ждал сюрприз – занятия по растяжке. Проводит их тренер по растяжке и фитнесу Диана Железнова. Обычно она тренирует девушек, и опыт занятий с парнями, тем более хоккеистами, для нее впервые. Для меня это очень непривычно. Но мне очень понравилось, мальчишки молодцы, старались, и тянуть парней очень приятно. Я чувствовала такую реакцию достаточно, для них это тоже было неожиданно, вот. Но в целом мне показалось, им очень понравилось, и они были достаточно рады. Для самих хоккеистов это тоже первый опыт в растяжке. Для пробного занятия решено было упростить программу и выполнять только базовые элементы. У многих получается с трудом, но получается. Плюс наставник помогает. За всем процессом следит тренер по физподготовке хоккейного клуба «Чайка» Евгений Лебедев. Эмоционально зарядились, физически мышцы у нас, получается, расслабились. А завтра должно быть себя чувство, они великолепны. Такие мероприятия, я думаю, должны присутствовать, так как это способствует укреплению здоровья, потому что растяжка – это здоровье, долголетие спортсмена. Занятия оценили и сами хоккеисты. Конечно, не всем удалось с первого раза выполнить все задания. Проще всех было вратарям. У них растяжка – одно из главных требований для успешной игры. Потому что при перемещении в воротах, при плохой подготовке можно потянуть мышцы. Мне очень понравилось. Я бы хотел, чтобы у нас каждый день были такие тренировки, потому что после силовых тренировок растянут мышцы – это очень важно. Все матчи будем выигрывать с таким тренером. Почему бы нет? Как нам рассказали еще хоккеисты, с утра у них были занятия по фигурному катанию. Развивают торпедовскую молодежку со всех сторон. Впереди у них домашняя серия. Надеемся, что они сдержат обещания и одержат победы в этих матчах. А может, традиция сохранится, и такие тренировки войдут в привычный график. Артемий Катков и Виталий Кудрявцев. Время новостей.